Добрый день, уважаемые клиенты, подписчики, друзья. Рада представить вам станок серии М. Данная модель станка с размером рабочего поля 40 на 60 сантиметров, с мощностью лампы от 40 до 100 ватт можно установить в данный станок. Соответственно, данный станок укомплектован новым контроллером Руида, предложением Руида 6442. Это 6445. Соответственно, по обеим осям, по X и по Y, стоят рельсовые направляющие со слайдерами 10-мм, 8-мм ремнями, облегченной головкой с фокусным расстоянием 50, линзы, зеркала, девятнашки. Шаговые движки 42-е стоят на данной модели. У данной модели сквозной стол, то есть его можно открыть и, соответственно, материал просунуть любой практически длины. Данная модель также комплектуется стандартным компрессором и стандартным погружным насосом, которого хватает для базовых небольших задач. Трубка спрятана, как обычно, сзади. Открывается с помощью таких вот защелок. Еще один плюс в том, что данная трубка имеет доступ с самого края. Все довольно-таки здесь тоже стандартно. Входы на охлаждение, входы для компрессора, отдельный вывод по питанию. Если рассмотреть, что идет внутри, то мы здесь увидим контроллер от Руида 6445, блок питания, два снизу драйвера двигателя по обоим осям, фильтр, ну и непосредственно вот этот вот блок розжига черный, то есть который тоже будет в зависимости от мощности разного немножко размера. Все аккуратненько, все уложено. Видите, есть кнопочки для подъема и отпуска стола вверх-вниз, интерфейсы Ethernet и, соответственно, два USB интерфейса. Данная модель контроллера поддержит работу как с флешки, так и с компьютером. Стол подъемный, управляется с помощью цепи. Вот там такая цепь. Доступ тоже к ней есть с помощью таких вот двух защелок. Сейчас попробуем открыть. Вот, в принципе, здесь все видно. Там тоже шаговик. Стол поднимается вверх-вниз. Сзади стоит вытяжка 150 и вентилятор, которого вполне при недлинной гофре хватает. Вполне себе даже тянет. Стол, как мы видим, может быть или сотовый, или ламельный. Так, попробую включить данный станок. Очень просто включается. Поворот внутреннего выключателя. Все заработало, загружается контроллер. Обязательно смотрим, чтобы был включен лазер. Значит, головка фиксируется в нулевом положении и возвращается в ту точку, где было задание окончено. Если задание загружено, нажимаем пуск и продолжаем или начинаем резку. Все очень просто. Вот сейчас, как мы видим, настроено фокусное расстояние. И для примера смотрите, толщина реза раза в полтора меньше при ненастроенном. Ну и, соответственно, глубина. Вот такие есть разные нюансы, которые нужно учитывать и знать при работе с лазерным станком. Чтобы рез был чище, нужно применять компрессор помощнее. Вот такой вот замечательный станок начального уровня, который подойдет, ну, в принципе, всем. И для начала, и продолжающим. Очень надежный, очень точный. Всем рекомендую. По всем вопросам обращайтесь к нашим консультантам. Подберем, подскажем, поможем. Всего доброго.